Привет, народ, с вами Варчик. В этом видео я с вами хочу поговорить про такую интересную проблему, как гонка вооружений и дисбаланс танков. Почему это происходит? Все очень просто, и сейчас я вам прочитаю два вопроса, на которые ответили разработчики, и вы сами, возможно, все поймете, а если нет, я вам просто немножко помогу и расскажу, что да почему. Первый вопрос. Как вы решаете, когда и какие премы вводить в ветку исследований, то есть во внутриигровой магазин? Зависит ли это от даты выхода в продажу или тут что-то еще? Я имею в виду уже относительно старые премы М56 Скорпион или Т26Е5, как например. И ответ. Много факторов влияют на решение, например, имбовость танка, даты релиза также играют роль, но это не единственная причина. Ну и сейчас второй вопрос и ответ за ним. Раньше премтанки фармили больше серебра и опыта для экипажа, при этом были слабее своих прокачиваемых собратьев. Однако уже давно выходят премтанки, которые лучше прокачиваемых. Это тревожная тенденция. Какие цели и идеи преследуются, чтобы вернуть видимость баланса в игру? Ну и ответ разработчика. Видите ли, есть целые две тенденции. Первая — это та, которую вы указали, а вторая — пожалуйста, апните мои премтанки, они сосут, я не могу играть. Обе достаточно крупные, и мы пытаемся усидеть между двух стульев. К тому же мы очень осторожно действуем, когда затрагиваем уже введенную в продажу премиум технику. Поэтому мы выпустили некоторые машины, которые будут оставаться сильными продолжительное время. Это тем более важно в свету грядущего общего ребаланса, который я упомянул выше. Сейчас, если нам кажется, что какой-то премтанк выделяется, мы скорее ограничим его продажу, чем будем его нерфить. Кстати, много игроков из СНГ говорят, что 432 слабый, и сходу просят апнуть. Это хороший показатель того, что с танком все в порядке. Так что это все очень субъективно. Если данные покажут, что он действительно имбовый, мы не будем его продавать в дальнейшем. Пока, к примеру, не будут апнуты другие танки и целые ветки. Из этих ответов на вопросы можно понять, что есть имбовые танки, которые вводятся в игру, в частности премиумные, и если они имбовые, их перестают продавать какое-то время, а потом продают опять. Как говорят разработчики, пока не апнутся какие-нибудь ветки, снова продавать премтанки имбовые не будут. Но как мы видим, что всякие там защитники продают туда-сюда, направо и налево, как только подвернется случай. И между этими продажами не всегда происходят какие-то там апы. Да и остальные имбовые премтанки тоже умудряются просто по КД продавать. И теперь картина становится более ясной и понятной. Гонка вооружений в нашей игре неспроста вообще затеялась и происходит уже очень давно. Дисбаланс танков тоже неспроста. Все это ради того, чтобы время от времени вводить в игру имбовые премтанки и продавать их время от времени. Потом остальные танки какие-нибудь там иногда апают. Но апают так, чтобы была видимость баланса, как написано. И то не все танки апают, а только некоторые. И потом снова в продажу по кругу еще пару лет можно попродавать какие-то имбовые танки. А потом, когда они уже становятся не имбовые, поскольку вокруг остальные танки уже тоже понемногу апнули, ввели другие, более имбовые премтанки, то устаревшие премтанки начинают добавлять во внутриигровой магазин, чтобы их покупали за обычную голду, вдруг кто-то еще думает, что они имбовые, и также их добавляют в трейд-ин, а вдруг кто-то поменяет старый премтанк на этот новый, хотя он уже устарел. И таким образом мы видим, что баланс в игре World of Tanks делится, наверное, на три категории. Это старые прокачиваемые танки, которые вообще там уже засохли. Это устаревшие премтанки, которые как переработанный материал стоит на задней полке, ну и новые имбовые танки, которые постепенно проходят путь от того, что они были когда-то имбой, до устаревания и превращения в обычный ненужный засохший старый премтанк. И все это происходит уже годами. Годами вводятся имбовые премтанки, из-за этого все апается, переапывается, из-за этого дисбаланс в танках, из-за этого гонка вооружений. Все ради того, чтобы попродавать премтанчики.
И зачем же это все делается? А затем, чтобы выработать такой вот рефлекс, что ли, или желание покупать и искать имбовый танк. Сколько я себя помню в игре, всегда танкисты ищут имбовый танк. То ли это в ветке прокачиваний, то ли это в десятках. С десятками тоже бывает такое, что вводят имбовый танк, все бегут его качать, потом этот танк нерфят, все начинают плакать. И опять искать, бегать новую имбу. То же самое и с прем-танками, все бегают, ищут, где же моя имба, где же моя имба. Только новый прем-танк выходит в продажу, покупаешь его, запускаешь стрим, и что мы видим в чатике? Я еще ни одного боя на этом танке не сыграл, а люди в чате: как танк, имба, мне брать? 2, 3, 10, скажи, сколько мне танков этих взять? Он же имбовый, он точно имбовый, я сейчас куплю. И все эти рефлексы на имбовость в танкистах выращивались годами. И если посмотреть на циферки, которые сейчас находятся у имбовых прем-танков, эти цифры, наверное, уже такие же, как цифры 9 уровня, когда я начинал играть в World of Tanks. Когда уже восьмерки догонят цифры десяток? Мне вот просто интересно. Помню когда-то ответ разработчиков: мы хотим приблизить восьмой уровень к десятому, чтобы не было такого большого разрыва. Это, конечно, не дословно, это я от себя, но примерно ответ был такой. И мы видим, что реально, да, восьмерки уже скоро будут как десятки. Но десятки тоже там не все в порядке, там тоже вводят имбовые танки для того, чтобы люди бегали, носились с ними, искали, думали об этом и что-то там качали. Вот такая у нас замечательная проблема в игре. Дай бог бы с ним, пусть разработчики зарабатывают денежку. Танкисты крутятся, денежки мутятся. Но вот вопрос в другом. Зачем тогда нам бросать пыль в глаза, рассказывать, что там мы там у Разора на Кипр приперли, чтобы там танчики были сбалансированы. Мы там тестеров тестим, чтобы там тоже все было сбалансировано. Но ничего не изменилось. Был целый год, когда они циферки совали у танков. Баланс в игре появился? Нет. Новые имбы премиумные вводят в игру? Да. Новые имбы 10 уровня вводят в игру? Да. Так а что изменилось-то? Ничего не изменилось. Схема рабочая, работаем дальше. Очень интересно будет посмотреть, что это за новый ребаланс каких-то там танков, какие танки будут ребаланситься. Кстати, давно они не заменяли десятку на другую десятку и совали циферки, как в прошлом году. Но мне кажется, что опять ничего не изменится, опять будет как было, и все продолжится в том же духе. Ну и опять ждем 23 февраля, где топовые продавцы прем-танков будут задавать свои вопросы. Ну и это очень будет смешно смотреться, как обычно. Так что ждем цирк 23 февраля. С вами был Варчик, играть красиво. Пока!